Всем привет! И в этом видео я расскажу о замене зеркала в автомобиле Славута. Причина замена. Ну, во-первых, вот это уже снятые зеркала, что стояли. Ну, они отличаются внешним, но это одно дело. А другое то, что регуляторы настройки зеркала, ну, они вышли из строя и не работает. Ну хотя, видите, здесь обломалось, а там на втором зеркале вообще не работает. С автомобилем хозяин оставил вот такие новые зеркала, в принципе пойдут, скажем так. Дело в том, что автомобилем пользуется несколько водителей, и каждый под себя хочет построить зеркала. Поэтому это стало причиной замены. Проблемка была в том, что я вначале не мог понять. Вот, и шло зеркало, да, вот такое оно, скажем, в сборе было. И все. То есть, как ставить, ну, вначале не мог понять. Видео какое-то не нашел. Думаю, ну, может, кому-то будет полезное данное видео. Для того, чтобы его поставить, ну, снять, я думаю, тут нечего особо показывать, как снимите, так снимите, потому что, скажем, тип зеркалов может быть абсолютно разный, кому хотите, ну, какой хотели, такой и ставили. Это получается автомобиль Славута, Таврия, там, не аналогичный, я думаю, там, одинаковый. Ну, а чтобы поставить эти зеркала, нужно вот такая пластмассовая вставочка, она получается здесь вставляется вовнутрь. Дальше на ней есть отверстие для крепления, и на самом зеркале есть отверстие. В комплекте болтов не было, подходят сюда болты М5, и оптимальная длина резьбы — это 20 сантиметров. Короче будет, ну, неудобно затягивать, потому что будет в край длиннее, не знаю, не ставил, но оптимально это 20 сантиметров. Я когда покупал болты, я взял разные размеры, ну, то есть разную длину болтов, чтобы уже какой подойдет, потом 10 раз не бегать. И все, в принципе. То есть принцип какой этого установка данного зеркала? Получается, мы это вытаскиваем. Я извиняюсь, просто одной рукой снимаю, насколько это удобно. Дальше вставляется вот такая вот вставочка. Она закручивается, все. Ну, скажем так, зеркало болтается, но уже держится на двери. Ну, лучше продержать. Дальше вставляется вот такая часть зеркала. Да. То есть вставляется там пружинка, и пружинка затягивается вот непосредственно такой элемент, который здесь находится, болт в нем, и болтом уже затягивается, чем сильнее, тем оно жестче. И все, в принципе все, в чем состоит замена зеркала, его и удобно потом настраивать. Ну и в принципе, ну все, что еще можно было об этом рассказать. Все, на этом, в принципе, я все закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.